В городе Нерюнгри состоялась презентация новой книги «О спорт». Автором издания выступил заслуженный работник физической культуры и спорта республики Яков Мельник. Он приехал в Южную Якутию более 40 лет назад и проработал даже на строительстве БАМа. В те годы он активно участвовал в развитии физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе. Об этом и написал он в своей новой книге. 40 лет мы окрепли, стали одним из основных спортивных городов нашей Якутии, нашей республики, вышли на Россию, слава Богу, вышли на мир, есть свои чемпионы мира по карате. Вот. Много спортсменов, и сегодня для них праздник.